просто поступают новости о том, что замминистра Великобритании уже заявляет о том, что они будут поставлять Украине вооружение с обедненным ураном. Я этого не слышал, но я ничему не удивлюсь, потому что они уже потеряли ориентиры в том, что касается своих действий, в том, как эти действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире. Это люди, которые, прежде всего англосаксы, кстати сказать, которые тащат за собой остальной коллективный Запад, которые возомнили себя давно гегемонами, хотят эту гегемонию всеми силами сохранять. Причем, как мы вот сейчас только что сказали, если это правда, то значит они готовы идти на не просто на риски, а на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 году в Югославии, ну и многое другое, что они себе позволяли, включая военные преступления, преступления против человечности, подмяли под себя вот эту вот организацию под названием Международный уголовный суд, где тоже еще один такой же, как господин Клеверли, англосакс, руководит, ну и, собственно, поставляют ей информацию, которая затем используется для подрыва всех мыслимых норм международного права. Я не удивлюсь этим таким развитием событий, если это на самом деле произойдет, но нет никаких сомнений, что это плохо для них кончится.